Экранизация манги «Царство» впечатлила зрителей по всему миру. Новый японский фильм могут теперь посмотреть на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Возрастное ограничение 16+. События оригинальной манги разворачиваются в историческом Китае в период междоусобных войн. Никаких инопланетян, только яркий антураж, красивые масштабные батальные сцены и сражения на мечах. Фильм построен на реальных событиях, происходящих в Китае в 3 веке до нашей эры. Царства ведут между собой кровопролитные захватнические войны, чтобы стать хозяевами территории. Где-то на задворках одного из таких царств живут двое сирот, мечтающие стать великими генералами. Мы должны объединить наш мир. Самые авторитетные голливудские издания поставили этой картине высшие оценки. Бронирование и заказ билетов в киноконцертном зале «Панорама» по телефону 30 00 33 и на сайте panorama-tver.ru. Возрастное ограничение для зрителей 16+.